Порядка 800 дорожных ям устранят в Звенигороде к середине августа. Выявить и оцифровать их в прошлом году помогло приложение с КПДИ «Ямы во дворах», а также анализ жалоб на портале «Добродел». 770 неровностей уже отремонтировано на данный момент. Сейчас идут работы в квартале Маяковский и микрорайоне Восточный. Весь объем дорожники выполнят к 30 августа.